перед просмотром данного видео советовал бы подписаться на наш канал. Там вы найдете просто вот кучу позитива, так что проходим под ссылка в описании будет. Да, вот так вот. Подписывайтесь. Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, с вами сегодня Шмель. Сегодня я буду учить вас, как по профессиональному редактировать в Sony Vegas Pro. Но не по профессиональному, просто сегодня я вам покажу туториалы, да, как изменить свой голос. Например, более, ну, как вы обычно снимаете, более как, допустим, ну, пискалявому такому, как у школьника, одним словом. Да, допустим, вы захотели изменить, но вы не знаете как. Для этого вы смотрите меня, все дела. Я сегодня вам расскажу ровно два способа, как это сделать. Первый способ, вот вы добавили свое видео, вот, допустим, вот так взяли, перенесли, или файлы открыть. И открыли, и перенесли сюда. Да, вот на первый способ, это через вот это вот специальные эффекты, это над вкладкой звуки, ну вот, короче, вот сюда вот. Тут ищем плагин изменения тона, вот он. Нажимаем, вот выбрали его и нажимаете ОК. Вам вылезает вот такая херня. Вот это вот, абсолютно вот это вот ничего не трогаем. Нам нужен только вот самый верхний ползунок. Вот он. Где вот это вот. Ну, где вот это значение тут изменяется. Вот он нам и нужен. Например, я вроде не помню. Если в минус голос, то это будет у вас типа такой грубоватый. Ну, сейчас посмотрим. Так вот. Ну да, такое более грубое, но сейчас я поменьше сделаю, чтобы вам было понятно, что я говорю. Куча позитива, также различные ролики и вообще. Короче, тыкнемся. Ну да, такой более строгий голос. Кудятьки можно сделать. Также минус в этой программе то, что она меняет как тон в игре, так и тон вашего голоса. Это такой минусик небольшой будет. Например, когда вы стреляете, држ, вот так, да, тихо. Ну, как обычно стреляете, то она, короче, выстрелы тоже изменят на вот такой более... Ну, вы поняли, короче, тоже изменяет она все абсолютно в этом, в звукозаписи. Потом, ну, вот так же вот, сейчас писклявым, конечно, послушаем, то, что она все меняет. Вот. Перед просмотром данного ролика посоветовал бы подписаться на наш канал. Там вы найдете кучу позитива, также различные ролики и вообще. Короче, тыкаем сейчас на экран и проходим, ссылка в описании. Перед просмотром данного ролика посоветовал бы подписаться на наш канал. Там вы найдете кучу позитива, также различные ролики. Ну, вот такой более писклявый. Я надеюсь, вы слышали, потому что хотя надо было вот так прибавлю в следующий раз. Ну, это только вот первый вот способ, я вам объяснил. Ну, такой легенький способ. И второй тоже более, ну, тоже легкий. Нажимаете вот сюда, ну, вот, правой кнопки мыши на свое это. А, да, если у вас вот эта вот хрень маленькая, и вам неудобно вот на вот эту фигню нажать, просто вот так, вот тут есть такая хрень, вытягивайте ее вот так вот, и все. Вот она у вас больше, меньше становится, ну, чтобы вам было легче. Да, нажимаете, короче, правой кнопки мыши сюда. Свойства. Так, тут я сильно ничего не помню. А, вот. Вам тут опять же ничего не надо будет. Вот выберите вот эту вот вкладочкой и выберите классические. Да. Тут опять ничего не надо. И опять же самая нижняя вкладка. Тут, допустим, ну, выберем на 8. Такой няшный голос будет. Сейчас смотрим. Нажимаем ОК. Все, изменения сохранено, все дела. Слушаем. Перед просмотром данного ролика посоветовал бы подписаться на наш канал. Там вы найдете кучу позитива, также различные ролики и вообще. Короче.
Да, как вы заметили, видео виснет, но перед, когда вы будете сохранять его, все будет абсолютно нормально, ни капельки без подвисаний. Да. Это всегда Sony Vegas Pro так, она виснет, все дела. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока. Ребята, уже на канале второй сезон. Скоро мы будем подводить с вами итоги. Ну, сколько вообще подписчиков набралось за этот, за тот сезон. Сколько видео, сколько просмотров, вообще сколько комментов. Ну и так далее. Короче, подписывайтесь, ставьте лайки. Я надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, всем пока-пока. Пока. -пока. Пока.